Привет, любители Банбана! Сегодня попробую доказать, что школа Банбалины самая гениальная часть всей игры. Погнали! Согласны ли вы, что Garden of Banban весьма спорный проект, который дико раскрутился, причем не делая для этого ничего? Его раскрутило сообщество. А что, если я скажу, что действительно стоило бы раскручивать? Ну или нет? Это школа в садике Банбана, а именно школа Банбалины. Черт, да я уже представляю, прямо сейчас писав этот текст, как она бы выглядела в фильме ужасов. Не все как в дурке. Ученики, мечи, лейки, кегли и чокнутый учитель, которого дико бомбит, если ты нарушишь хоть одно правило. В остальном она кажется доброй и даже в чем-то помогает. Помимо обстановки, будто ты в дурке, во всех уроках, табличках, фразочках учителя прослеживается какая-то зловещая страдальческая фигня, и местами это выглядит даже забавно. А еще забавно, что задание, которое дает Банбалена, по всей видимости, для нее кто-то придумал и записал на диктофоны. Страшно представить, что будет, если батарейки в них сядут. Но задание она выучила и твердит всем новым ученикам. А вот на задании 2 плюс 2 говорит, что сама выдумала его, и оно, как ей показалось, очень трудно решаемо. Но эти странные таблички навряд ли бы составили ученые. Цикл добра, который оборачивается предательством и болью, что, кстати, может отражать участь монстров, ведь в каком-то смысле они все преданы с самого рождения. Тем, что были созданы искусственно и абсолютно бесполезно. Полезно для самих себя, так как они носят чужие воспоминания. А счет, основанный на слове «бан-бан», странный алфавит из трех букв, хотя монстры знают явно больше букв. Возможно, в содержимое таблиц был сделан вклад со стороны Банбалина или Банбана. Но кто двигает предметы, пока мы сидим и слушаем лекции? И почему, если повернуться и посмотреть, Банбалену бомбанет, и она произнесет такую фразу? Мне напоминает вся эта ситуация какой-нибудь трешово-философский мультик на вроде «Цианид и счастье», «Южный парк» или еще какая-то дичь с канала «Дважды два». Лайк, если в теме. Послушайте эти реально фашистские правила. Не пить, не есть, не отпрашиваться в туалет. И за неправильные ответы тебя очень строго накажут. Нагнетание обстановки строгим наказанием, которое, к сожалению для нас, может обернуться вскрытием черепа. Ведь это четвертый урок, который Банбалина ждет. И откуда она найдет людей для этого урока? Возможно, мы были глупы, и все это время, что мы провели в игре, в ее сюжете, нам нужно было идти не к Банбану и не к Стингер Флину, а к Банбалене, ведь у нее явно есть доступ к мозгам человека. Глядишь, уже бы сбежали давно с этого садика. И да, все забываю сказать, ведь очень скоро Garden of Banban 2 выйдет в Roblox и будет стоить 399 робоксов. Но что делать, когда робоксов нет? Нет, покупать внутри Роблокса дорого, вы что? Да иногда это сделать просто невозможно. Да я знаю, что на GGSL покупать робоксы удобнее, и предметы эксклюзивные тут стоят дешево. Ого, вы еще помните эту тарелку? Самое время приобрести, если вы этого не сделали ранее. Смотрите, тут продают Discord Нидра за копейки. И это дико нужная вещь сейчас из-за блокировки. А вы тоже не забывайте обращать внимание на отзывы. Здесь море довольных отзывов. О, 400 робоксов. И тут ниже на 97 робоксов. Можно купить хороший VPN, здесь есть Fortnite, GTA и Rust. Можно купить игры из Steam и посмотреть отзывы. Все, что заблокировано, разве что только тут и купишь. Больше не парься из-за блокировок. Хотя на GGSL очень много продавцов, ведь это целая площадка, ты можешь все безопасно купить. Ведь деньги не пойдут напрямую продавцу, они сохранятся в системе внутри. И если вдруг что-то будет не так, можно легко связаться с поддержкой и вернуть себе потраченные деньги. И да, поддержка очень продвинута и всегда на связи. GGSL. Переходи по ссылке в описании. Но, как обычно, простые вещи становятся слишком неочевидными из-за их простоты. А еще более неочевидно они для игровых персонажей. Поэтому мы просто пользуемся моментом и убегаем из класса. К нашему счастью, улитка проползла в коридоре и отвлекла училку. А оказавшись в коридоре, слышим вдогонку. Короче, отстань от меня. Иди нафиг. Все эти факты весьма забавны, а фраза кажется вполне искренней. Но при этом Банбалена все-таки опасна и в любой момент может разорвать на куски. А вы знаете, почему так вышло? Давайте копнем в ее прошлое. Кейс 7, известный как Банбалена, был создан предполагаемо мной из генома Вэверли Мейсон. То есть у нее взяли волос или кровь, или какую-то другую соматическую клетку. Извлекли то самое ДНК, встроили в вещество гиваниума и этим наполнили организм.
тромбонболины. По канону воспоминания доноров генома, в данном случае выявили донор, передаются реципиентам. В данном случае реципиент бонболина. Сложные слова, не так ли? На самом деле все просто. Донор отдает, реципиент принимает. Бонболине дали псевдоним «Учитель», и ее задача была наладить контакт с вышедшим из-под контроля Банбаном. Но к всеобщему нежданчику после встречи монстров Банбалина стала такой же, как и Банбан. Плохо шла на контакт, возможно, тут извольте я выскажу свое предположение. Монстры договорились между собой и поняли, что ученые им не друзья. Дело в том, что у Банбана с Банбалиной была проблема. Они не могли понять, что они не люди, и поначалу вели себя самым обычным образом. А когда им пытались донести правду, ну прикиньте, что вам вдруг говорят: «Слушай, Вася, ты знаешь, что ты монстр, и все твои воспоминания чужие». Кто-то бы офигел, кто-то расплакался. У гиваниумых созданий это вызывает защитную реакцию, агрессию. Поэтому Банбалена в конечном итоге сидела в одиночном заключении, чтобы никому не навредить. Но все же, для нее сколотили целый класс. И похоже, что для безопасности в качестве учеников расположили неодушевленные предметы. Но почему Банбалина разговаривает так, как будто бы ее действительно слушает целая аудитория? Все монстры, или по крайней мере нам известно это, о монстрах с геномом человека, стремятся найти некий покой и не впадать в агрессивные состояния. Банбан пьет успокоительные, Стингер Флинн медитирует, Золфиус может. Просто глаза себе выколол. Нет, я правда не могу про него ничего сказать, но ведет он себя пока еще спокойно. Улитка Селин просто бесконечно ползает по коридору, и если людей нету, то она вполне себе спокойная. Так, возможно, Банбалина просто хорошо вживается в роль училки и действительно думает, что ее слушает много детей. Да, стоит только вспомнить, как мы надеваем крутые очки, и она уже думает, что мы другой человек. Слушайте, да может она просто тупая. Не, ну серьезно, одели очки, крутой ученик, засунули кеглю в... Стоп! А как мы кеглю-то надели на себя? В общем-то, и в следующей части игры было такое ощущение, что она не узнала нас. Зато напомнила про четвертый урок. Четвертый урок. Про уничтожение людей и безопасность извлечения их мозгов для еды. Что бы там ни говорили другие люди, и как бы эти фразы, сказанные выше, не звучали из моего рта, но согласитесь, от Банбалины они звучат довольно забавно. И как мне кажется, это особый эффект, когда совмещаются контрастные друг другу вещи. В данном случае голос Банбалины, который для нее нашли, просто уморительно сочетается с жестокими живодерскими высказываниями. Ну, если бы у нее был низкий или грубый голос, или даже голос какого-то чудовища, было бы привычно и пофигично. Практически никто на ютубе не акцентирует внимание на этой школе, а ведь она построена великолепно. И я считаю, что это определенно лучшая часть. Это из первого взгляда психоделической поделки. Подпишись, пожалуйста. Это Бамбактус Плей. До новых видео.